Всем привет. Ну вот смотрите, такой bankroll management, значит. Берем 50 долларов и идем на NL2. Значит, на NL2, если у нас идет до 300 долларов, то мы, значит, переходим на другой лимит. Если до 25 долларов опускаемся, то, значит, завязываем с покером, идем снова на работу, работать, пока не накопится в копилочке нашей снова 50 долларов. Ну а если же все пошло отлично и мы дошли на NL2 до 300 долларов, то, соответственно, идем дальше, идем на NL5. И на NL5 мы, соответственно, тоже, если падаем вниз, то возвращаемся на NL2. 150, снова поднимаем до 300, если нет, то 750 и так далее и тому подобное. И к 3000 долларам мы выходим на NL50. Такая вот мини-цель. Я тут сразу же под нее табличку забацал. Такую простенькую, что-то колдовал, значит, месяц, касса на начало, лимит, подумал, что... А, лимит он тут сам подставляется, форму каких-то даже накатал. Вот, смотрите, доступ к лимитам есть, где показано, с какого лимита мы переходим, поднимаемся выше. Вот, здесь, соответственно, если у нас стоит касса 50, то NL2 подставляется. Пойдем дальше. Я решил... давно уже тоже хочу пару такие не конкурсы, а турниры. И есть еще одна идея, которую так никто и не реализовал у нас на сайте. Что-то такое необычное, надеюсь, получится, поэтому вот, нужен призовой фонд, и я решил 10% от избытка от лимита. То есть, грубо говоря, если у нас было бы 60 долларов, да, то 50 идет на NL2, а 10% от 60. От 10, вернее, 1 доллар идет на призовой фонд. Ну, для начала там посмотрим. Вот, здесь я решил также показывать, сколько будет заработано в руме на фриролах и по бонусам. Да, кстати говоря, я планирую использовать эту стратегию с этим банкролом на PokerStars. Вот. А поскольку там падает все подряд, там фриролы какие-нибудь падают, какие-нибудь спины падают. Все, я решил это сюда записывать, чтобы потом, ну, просто почитать, чтобы они не попадали. Я раньше их все вместе общим банкролом читал, сейчас решил, короче говоря, это все убирать. Потому что лишнее получается. Ну вот, допустим, смотрите, в сентябре мы начинаем на NL50, там, не знаю, сколько, 5 долларов зарабатываем на фриролах, получаем бонусов, пусть даже 10 долларов, если мне очень старо-доверщедрятся. Вот, и касса, допустим, с профитом, с каким-нибудь, с небольшим, там, что-нибудь там, я думаю, где-нибудь на долларов 80 получается. Вот. Значит, смотрите, на октябрь у нас ушло 65 долларов, видите, да, автоматически поменялось. За вычетом всех этих приколюх, и мы остались прежним на NL2. Почему? Потому что... мало еще для следующего лимита. Следующий у нас от 300 долларов получается. А, вот смотрите, значит, далее. На желтом, кстати говоря, помечено то, что мы должны забивать вручную. Первый банк записываем и дальше вот залог на фриолог. И итоговую кассу мы берем из рума, просто выписываем. Допустим, также 5 долларов, 10. А тут, допустим, у нас бахнуло в октябре 2, и мы сразу такие 800. Бум. Так, по классике эфирочку перетягиваем. И смотрите, у нас это 785, мы перешли на NL10. Призовой фонд у нас составил 3,5 доллара. Вот. Такая получилась табличка. Как это все считается? Ну, как лимиты старается, я вам показал. Дальше призовой фонд. Вот смотрите, какая формула. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Формулы, ничего сложного, любые Excel колдовать с базовыми формулами, расписывать их на несколько страниц. Ну, в принципе, удобно получается. Вот такой вот получился БРМ на 3 сентября. Планы на сентябрь. Спасибо, всем пока.